Светлый праздник Пасхи в этом году ранний выпал на второе воскресенье апреля. Ну а мы вновь вышли на улицы города Ульяновска, чтобы поинтересоваться у его жителей, как они готовятся к этому православному празднику. Хорошо готовимся. Супруга все делает, яйца, куличи печет. Наши предки все это делали. Меня воспитала бабушка, мать. У меня трое детей, почему бы и не прививать культуру, ту, которую как бы нам прививали. Это наше родное, российское. Пасха – это наш праздник. Куличи пеку обязательно. Яйца крашу тоже. Это я же была рождена в Советском Союзе. И поэтому не знаю, как. С приятелем, в принципе, буду встречаться. То есть вы будете встречать Пасху с друзьями, правильно? Ну да. А обычно красите яички, кушаете куличи? Вот вы знаете, несмотря на все, да, крашу. Несмотря на все время крашу. Яйцики делаем. Яйца красим. Брата с конфетами отправляю. Это бабушки, дедушки привили нам эту любовь к этому празднику. Во-первых, он очень интересный сам по себе, воспитательная роль. И я помню с детства, в это время была уже трава, и мы в деревне катали яйца по траве. Вообще-то я не крещеный, я эти праздники не принимаю. Готовимся, делаем необыкновенный сыр, такой вот, который уже рецепт, наверное, 19 века даже передается. Семейный, ходим в церковь, куличами угощаем, яичками. Покупаю куличик вкусный. Вот, сама я печь не умею, и в нашей печке ничего не испечешь. Вот так. Конфеты покупаю, детишкам раздаю. Конечно, это один из самых любимых наших праздников. А каким образом, как готовитесь? Ну, конечно же, мы красим яички, куличи и идем обязательно в храм. А детишки собирают яички? Да. А как, много набираете каждый год яичек? Да. А что больше любите, кушать яички или куличи? Куличи. А почему? Они вкусные.